Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дмитрий. Прямо сейчас я нахожусь на проекте Funtime. Сегодня в ролике хотел бы рассказать, как я получил герцога на этом проекте. А именно, чтобы вы понимали, герцог у меня есть на аккаунте, то есть справа вы можете наблюдать, то есть способ действительно работает. Чтобы вы понимали, герцог у меня навсегда и стоит он 8000 рублей. Я же получил его за 1500 рублей, то есть расскажу способ, как получить за 1500 рублей. Также расскажу, где можно купить аккаунт с герцогом за 100 рублей. И также сегодня расскажу вам секретный способ, о котором я недавно узнал. Если бы я знал о нем ранее, я бы сэкономил все 7000 рублей. То есть сегодня я вам покажу, как можно получить герцога за 1 рубль с помощью секретного промокода на сайте. Да-да-да, друзья, вы не ослышались, все будет в этом видеоролике. Так что вначале подпишитесь на мой YouTube канал и поставьте лайк. Ну а также перед началом конкурс на донат. Сейчас бы я хотел разыграть 3 князя. Если именно ты хочешь получить князя на свой аккаунт на проекте Funtime, тогда тебе нужно подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой никнейм на проекте Funtime. Все условия я проверяю, не пытайся мухлевать, выполняй все условия и получай князя. Ну а также досматривай ролик от начала и до конца, чтобы понять, как все делается, или то многие даже пробовать не хотят, а у вас есть реально крутая возможность получить герцога. Смотрите, я на табе один герцог, чтобы вы понимали. То есть если вы хотите его получить, то обязательно посмотрите ролик от начала и до конца. Все, погнали к ролику. Короче, друзья, вам, наверное, вообще ничего не понятно, почему у меня слева открыт сайт Really World, справа вообще открыт NTP Servers, а нахожусь я на Funtime. Ну, сейчас вы все поймете, а когда все поймете, вообще офигеете. Сейчас бы я вам хотел показать, как можно получить герцога на проекте Funtime навсегда за 1 рубль с помощью промокода. Обо всем по порядку. Смотрите, у меня есть уже герцог, который стоит 8000 рублей навсегда на сайте. Он у меня навсегда. Приобретал я его за 1500 рублей. Как это сделать, тоже покажу. Все будет в ролике, короче. Сейчас бы хотел вам сначала доказать. Вот 1, 2, 3, я герцог. Давайте выключим Fly. Если вы уберете элитру, это система Funtime, ну, вы, наверное, все знаете. Мы не сможем включить Fly. Если наденем, то сможем. Но у нас с вами кит герцога. Насколько я помню, я прописывал вроде кит герцога. Погнали уже. Смотрите, сворачиваем Майнкрафт. Справа NTP Servers нужен для того, чтобы вы понимали, что никакого монтажа нет. Здесь будет время с NTP сервера, с моего компьютера. Ну, короче, чтобы я не составил вообще видео на паузы и так далее. Смотрите, мне понадобится моя папочка. Вот так вот выглядит сайт Funtime. Вот, здесь я замазал сверху логотип, за который мне могут дать страйк. Я записывал уже на Really World, показал логотип. Мне потом застрайкали видео за то, что, ну, как бы... Как-то, ну, существенно можно получить донат так на халяву, из-за этого дают страйк. Снизу замазаны данные ИПшки, то есть за что тоже можно, скорее всего, получить страйк. Короче, как я сделаю? Здесь, в принципе, система такая же с купонами, вот, смотрите. Вот, если мы выбираем товар, допустим, герцог, то тут такая же система, как и на Really World, есть вот эти вот промокоды. То есть, если мы сюда введем какой-то секретный промокод, то стоимость у нас станет гораздо меньше, и мы сможем купить не за 8000 рублей, а гораздо-гораздо дешевле. Как это делается, сейчас хотел бы вам показать. Давайте все вот это вот свернем и зайдем на сайт, допустим, Really World, и выберем тут привилегию. Далее я покажу на Funtime, как это все делается. Короче, не пропустите. Здесь вводите свой никнейм. Как и, в принципе, вот здесь вы вводите свой ник получателя на Funtime, вводите электронную почту email.ru, рассчитать сумму. Так же, как и на Funtime, если вы нажмете без промокода, то вы будете платить полную сумму привилегии. Если вы введете рандомный промокод, то вы будете платить, ну, тоже полную сумму. Но если вы введете, допустим, промокод какого-то ютубера, то вы, конечно же, получите скидку, но это не 1 рубль, согласитесь, да? Теперь нажимаем, заходим в мою секретную папочку. Так, это Funtime, это Really World. Копируем вот это. Это единоразовый, сразу скажу, промокод, который сработает только у одного человека. Так что, если что... Вот, я хотел бы, кстати, время, да, закрыл случайно. Ну, точнее, было не видно. Все, сейчас покажу. Вот, 78 рублей. Скидка огромная, 7000 рублей. Вот, и что хотел еще показать. Как это вообще делается? Откуда берется промокод? Вы должны перейти по ссылке в описании на официальный сайт проекта StrixMine. Далее перейти в раздел Market. Далее мы тут можем вот как раз таки привилегию. RV это Really World, RVFG это Really World Fancy Griff. Обозначение FT это Funtime. Смотрите, здесь есть герцог за 1500 рублей, где я и покупал его. Я ввел сюда просто свой никнейм. Вот такой у меня никнейм. Далее промокод я не вводил. Ввел свою почту email.ru.
Нажал купить за 1500 рублей. Здесь нужно галочку поставить. И вот здесь обратите внимание, здесь если вы хотите оформить подписку на аренду клиент, ставьте галочку. Но сразу скажу, если вы поставите сюда галочку, то с вас будут списывать 2000 рублей, 1000, получается 500, 300 или же 100. Это продление, автопродление, здесь все прописано. Но чтобы этого избежать, просто галочку не ставьте, в принципе, на изи. Дальше нажимаете купить за 1500 рублей, и нас перекидывает на официальную платежку Тинькова. Это, в принципе, проверенный банк. И теперь давайте по поводу промокода. За 1500 рублей, как я получил, показал на свой никнейм. Теперь листаем ниже. Это нас не интересует. По порядку, я обещал вам показать аккаунт за 100 рублей Герцога. Все будет в этом видео, как и обещал. Опять же, FT Funtime. Ищем здесь у нас Герцога. Вот он, 100 рублей. Что делается здесь? Здесь вы вводите рандомное. Допустим, тест, да? Без разницы, что вводить, свой никнейм не вводите. Обязательно верную почту. Опять же, одну галочку, вторую, если хотите на аренда клиент подписаться, но он вам не нужен. Я думаю, отдельный ролик про аренда клиент я сделаю. Ну, также нажимаете, также платежка у нас открывается Тинькофф. В принципе, все понятно, да? Это у нас аккаунт. И на почту вам приходит аккаунт. В течение 24 часов приходит аккаунт. И также привилегия выдается в течение 24 часов, как и промокод. Просто многие спрашивали, когда, вот. Также есть рандомный аккаунт здесь на Фантайме. Можно за 10 рублей попробовать Герцога выбить. Вот, дальше. Рандом донат на Фантайме за 30 рублей тоже можно. Здесь нужно ввести свой никнейм. Здесь, естественно, ну, рандомный никнейм, но почту свою везде вводить, и товар будет приходить туда. Листаем ниже, и наконец-то мы подходим к промо РВ и промо ФТ. Really World, Funtime. Я вам показывал Really World и вот Funtime. У меня здесь еще есть сразу купленный промокод на Funtime. Вы можете его активировать. Один человек может его активировать и забрать привилегию Герцог. Вот он. Но если вы вдруг не успели, естественно, заходите сюда, как это правильно сделать. Я буду показывать на примере Funtime, потому что Really World промокод я вам показал. Выбираете, вводите рандомный никнейм, не обязательно свой, но главное ввести свою почту. Опять же, одна галочка. Но если вам нужен аренда клиент, кстати, если что, аренда клиент вот находится снизу. Вот подписка, видите, у вас активируется аренда клиент 2000 рублей, 1500, 300, 100. Ну, тут можно еще отменить подписку, но мы никакую подписку с вами оформлять не будем. Нам нужен просто промокод. Для этого мы вводим опять же здесь тест. И смотрите, видите, за 1 рубль. Аренда клиент нам не нужен, вот этот, который снизу, просто сюда. Купить нажимаем, и нас перебрасывает платежка. И что вы думаете? Конечно же, 1 рубль, как я вам и обещал. То есть вот так вот это делается, только промокод приходит в течение 24 часов, как и любой товар с этого магазина. Вот, что еще хотел сказать. То, что вот я вам заранее приобрел, показал, как это все делается. И можете использовать промокод, кто успел, тот и успел. В Telegram буду закидывать еще промокоды. И таким образом я показал, где можно приобрести аккаунт за 100 рублей. Также рандомный аккаунт, рандомную привилегию на Фантайме за 30 рублей. Кстати, мне интересно, если мы за 30 рублей приобретаем, мы минимум получим барона. То есть мы в любом случае в плюсе. Так что рекомендую этот сайт, ссылку я оставлю в описании, он работает. С помощью него я сейчас могу гриферить нормально с Герцогом, с нормальным китом. Ну, короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, доступно все показал, объяснил. Всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.